России существует единственная франшиза детского развивающего клуба, работающего по методике Монтессори. Франшиза детского клуба «Созвездие». Методика Монтессори – самая популярная методика раннего развития в мире. Сотни величайших людей нашего времени – выпускники Монтессори-клубов. Это такие люди, как лауреат Нобелевской премии, писатель Габриэль Гарсия Маркес, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Amazon Джефф Безос, основатель Википедия Джим Уэллс, актер Джордж Клуни, члены английской королевской семьи принцы Уильям и Гарри, владелец, редактор Вашингтон-Пост Кэтрин Грэхэм, бывшая первая леди США Жаклин Бувье Кеннеди Анасис. Все они добились феноменальных успехов благодаря развитию сильных сторон личности, чему во многом способствовало обучение по методике Монтессори. Мы гордимся тем, что на столетие со дня открытия первого дома ребенка Марии Монтессори клуб «Созвездие» был единственным клубом, представляющим Россию во всемирном каталоге Монтессори-клубов. Выбрали мы именно этот центр, потому что я прочитала очень много отзывов положительных. Также у меня есть знакомые, которые занимались в этом центре, которые тоже порекомендовали. Ну и, соответственно, персонал обученный, все с дополнительным каким-то педагогическим, психологическим образованием. Все умеют найти подход к ребенку, это очень важно. Накопив колоссальный опыт за 11 лет работы, обучив более 10 тысяч детей в 6 собственных клубах, мы приняли решение запустить франчайзинговую программу. Вы можете быть уверены, что получите самые современные методики управления, ведь 100% наших клубов успешны. Мы не закрыли за все время ни одного клуба, каждый из которых приносит от 200 тысяч рублей до 1 миллиона рублей чистой прибыли в месяц. У нас развивающий центр для детишек от 8 месяцев и до школы. Проходят развивающие занятия, которые направлены на развитие мышления, воображения, памяти, мелкомоторики. Детки учатся уже постарше считать, читать, писать. Свободу выбора. Все-таки мы ребенку ничего не навязываем. Ребеночек сам выбирает, чем он будет заниматься. А педагог только немножечко его корректирует и помогает охватить как можно больше. Мы гордимся своими результатами, методикой обучения, командой специалистов и с удовольствием посвятим вас во все нюансы работы. Однако сотрудничество по франшизе «Созвездие» – это далеко не самый простой путь, так как вам предстоит выполнять все те же стандарты, которые установлены в компании, а для этого предстоит очень много работать. Дети получают свободу выбора, удовольствие от выбранной работы. В основе центра помочь ребенку найти себя в этом мире и вот на том маленьком этапе, который сейчас у них стоит, найти уже себя. И потом в глобальном плане, когда они станут взрослыми, найти себя в большой жизни среди взрослых людей и быть счастливыми. Чтобы принять максимально осознанное и взвешенное решение, обязательно посетите наши собственные клубы. Мы максимально открыты к сотрудничеству и ответим на любой возникающий у вас вопрос. Самый главный акцент у нас идет на обучение детей по системе Марии Монтессори, а также у нас проходят занятия музыки, английского, логопеда, психология, художественная студия, творчество, окружающий мир, и также у нас есть фитнес.